Классы. Марья Ивановна говорит, а дети выплесли в школу, здесь надо сидеть тихо, если хочется что-то спросить, надо поднять руку. А Вовочка, что ты хочешь спросить? Вовочка говорит, нет, я просто проверяю, как работает система. Марья Ивановна спрашивает, а Вовочка, что тебе подарил отец на день рождения? Вовочка говорит, а 4 рогатки, Марья Ивановна. 4 рогатки? Вовочка, я серьезно спрашиваю. Вовочка говорит, Марья Ивановна, я не шучу. Мой отец единственный стекольщик в нашем районе. Вовочка спрашивает у бабушки. А бабушка, разве можно даты складывать и отнимать? Бабушка спрашивает, не знаю, почему ты спрашиваешь? Вовочка говорит, а в гараже у папы стоит мраморный обелиск, с надписью «Любимой тёще от благодарного зятя», а потом идёт дата твоего рождения и знак минус. Вовочка рассказывает матери, «Мама, мама, наш папа, когда пришёл за мной в садик, его сильно качало, потом на его ноги наехал трёхколёсный велосипед, и папу увезли в больницу». Мама говорит, не может быть. Папа же наш, если даже сильно качало бы, все равно же он сильный. И ему не страшно какой-то там трехколесный велосипед. А где вы его нашли? Вовочка говорит. А мы смотрели, как он закатывает асфальт. Вовочка говорит. Бабушка, дай 5 рублей. Бабушка говорит. Ас! Бабушка, дай 5 рублей. Ас! Бабушка, дай 10 рублей. Ты же 5 просил. Подписываемся.